Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я представляю вам новую пряжу компании Schachenmayr немецкого производителя. Посмотрите, какое разнообразие и какая красота! Начнем с этой пряжи. Посмотрите, Regia Silk. 100 грамм 400 метров. Это значит, что эта пряжа очень экономичная. То есть 3 мотка вполне хватит на кофточку размера 50. Посмотрим состав. 55 шерсть, 25 полиамид и 20% чистейшего натурального шелка. В руках шелковистая, очень-очень приятная гипоаллергенная пряжа. Так, смотрим эту пряжу. Белиция. Боже мой, она просто невесомая. Состав вискоза и альпака. 30% альпаки, 70% соответственно вискоза. Я так понимаю, что основа здесь вискоза, а альпака-пух накручен на нее. Поэтому при готовом изделии она будет мерцать. Очень красивая пряжа, мягкая-мягкая и совершенно невесомая. Так, эта пряжа у нас альпака классика. О, это для серьезных изделий, для зимних свитеров, кофт, жакетов, шарфов и шапок. Так, смотрим состав. Здесь у нас 60% шерсть и 40% альпака. То есть пряжа чисто шерстяная. Очень хорошая крутка. Я думаю, из этой пряжи очень красиво будут смотреться араны. И очень хорошо будет держаться резиночка. 1х1, 2х2. Любая резинка, она будет очень эластичной. Поэтому эта пряжа очень прям хорошая. Понравилась мне. Так, эта пряжа Regia Perfect. Посмотрите, какая большая упаковочка. Тут у нас 420 метров в одном моточке. Это очень экономичная пряжа. Да, она секционная. Тут видны несколько цветов. Но цвета разнообразные в наличии имеются. Но она предназначена для носков. Но я думаю, тут такой состав хороший. Можно и кофточку вполне себе связать. 75% мериноса. Остальное полиамид. Очень симпатичная пряжа. Ох, какая пряжа! Руджиада. Смотрите, какая красота. Может быть, вам не очень видно, но здесь есть очень красивые шишечки вдоль всей пряжи из тонкого люрекса. Очень красивая пряжа. И сама пряжа, она такая, как тесьма, кругленькая вся такая, очень интересное плетение. Я думаю, будут очень нарядные вещи из нее получится. Так, теперь посмотрим состав. Так, где тут состав у нас? Да, конечно. Сколько? 90% хлопок. Ну, остальное как раз вот этот вот люрекс. Красивая пряжа. Так, а это просто тает в руках. Baby Smile, Cotton Bamboo. Просто прелесть. Тут половина на половину. Половина хлопок, половина вискоза. Очень мягкая, очень нежная, гипоаллергенная пряжа, которая подойдет для детишек. Очень приятная пряжа, она не будет ни колоться, ни кусаться, нигде ничего, ни чесаться. Так что я думаю, детям самое оно. А вот примерно, как можно связать из такой пряжи, вот смотрите, такой кусок. Это из одного мотка. Так, и вот у нас еще такая пряжа есть, которая мне очень сильно понравилась. Alva Silk. Прекрасная пряжа, прекрасный состав. Вы только послушайте. 50% шерсти, 25% натурального шелка и 25% хлопка. Чудесный состав. Также пряжа является гипоаллергенной. Очень красивая круточка у нее с вкраплениями. Это будут очень интересные изделия. И также различные цвета представлены в нашей компании. Вот посмотрите, как это будет выглядеть в изделии. Так, и еще у нас есть вот такая интересная пряжа. Деним твид. Твид. Ну, твидовые всегда самые интересные, потому что тут несколько цветов накручено. И еще такие как бы утолщения. Она не совсем равномерная. У нее необычная крутка. Вот именно за счет вот этих утолщений. Я думаю, изделия из этой пряжи будут смотреться очень выигрышно, интересно. Но пряжа тоненькая. Тут, скорее всего, летние изделия будут из нее хорошо смотреться. Можно что-то такое с дырочками связать. Так, состав. Сейчас посмотрим состав.
Так, здесь у нас 80% хлопок, 7% полиэстер и 9% полиамид. Ну, это вот эти вот, видимо, бубушки, которые тут как раз накручены, эти тоненькие ниточки, а основа хлопковая. И также разнообразие цветов представлено. Очень красивая пряжа, мне прям понравилась. Дорогие друзья, ждем вас в наших салонах «Золотое руно», где наши любезные продавцы-консультанты проконсультируют вас, сколько мотков нужно на то или иное изделие. Приходите, всегда вам будем рады. Легких петелек. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.